Говорят, человек узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Интересно, насколько хорошо знаешь себя ты? Заключенный, встаньте на платформу. Арестант 626. Убийца. Пират. Предатель. Сегодня ты выходишь на свободу. Но скоро ты поймешь, даже у свободы есть цена. Моя тюрьма всегда будет с тобой. Добро пожаловать в новую клетку. Тебе ли не знать? Грядет война. И она принесет как славу, так и страдания. Вперед, мистер Финкли. Свобода ждет. Черт, давно пора. Огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить? Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Народ, вы там скоро?
Черт подери, Артур! Не делай этого! Поздно! Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты! Немедленно! Командир? Джим? Что там у вас творится? Как и было предсказано. И протосы, первенцы богов, встали у него на пути. Теперь Зелнага, создавший всех нас, возвращаются. Но что несут они? Спасение или присутствие оскверняет это место, Керриган. Ты слышишь, Зератул, их шепот с далеких звезд. Галактика сгинет в огне. Возможно. Но ты этого не увидишь. Наши мелкие ссоры уже ничего не значат. Придет буря, которую не остановить. Забавно, что нас обоих ждет забвение. Нет! Мир обречен, и когда пробьет час, я приму свою судьбу.
пророчество неоднозначно. Надежда есть всегда. Я здесь. Все хорошо.
И в конце концов, на этой планете я свершу свою месть. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответьте. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Все только начинается. Амун шептал об этом с далеких звезд. Он говорил о своем возвращении. О крахе. О разрушении. О конце всего сущего. Твой бог мертв. И никогда не вернется. Ты правда так думаешь? Нет, ты не он.
что ты потерял. Все, чего у тебя никогда не было. Ты уже проиграла. Амун жив. Скоро ты его увидишь. Здравствуй, Керриган. Давно тебя жду. Я удивлена, что ты не сбежал. Сбежал? Дорогая, боюсь, что тут ты ошиблась. Неужели ты думала, что я подпущу к себе такую опасную тварь, как ты, не приняв мер предосторожности? Несомненно, ты моя величайшая ошибка. И теперь, наконец, ты умрешь. Муки ада не искупят твои вины за загубленные жизни. Я сделал из тебя монстра, Керриган. Ты сделал монстрами всех нас. Спасибо, Джим. За все. Рад был помочь. Как и всегда.
Теперь я вижу своего истинного противника. Он выжидает в пустоте, и ему подвластны немыслимые силы. Чтобы сразиться с ним, я отказалась от всего. От человеческих радостей, от всей своей жизни, от любимого человека. Но я выхожу на эту битву не одна. Я — это Рой. Опустошил наш мир. Наш гордый народ был обречен на изгнание. Но никто не разрушит наше единство. Ибо нас связывает Кхала. Священный союз всех наших мыслей и эмоций. Возродим наше былое величие. Сегодня мы вернем то, что утратили. Вернем наш родной мир. И пусть свет Кхалы ведет нас. Флот вторжения готов к бою. Мы ждем твоего приказа, Иерарх. Мы должны остановить вторжение. Сиротул! Тамплиеры! Хватить предателя! Нет! Выслушаем его!
грядет последняя война. Амун Темный вернулся. Не верь этому еретику. Вторжение лишь отвлечет вас от главной битвы. Ярость Амуна захлестнет всю галактику. Не забывай, что именно из-за него мы потеряли Аю. И это лежит на мне тяжким бременем. Артамис, я знаю, что противопоставить надвигающейся тьме. Ты должен мне поверить. Мы через многое прошли вместе, Зератул. Но слишком многие уже пожертвовали жизнью ради этого момента. Вершитель! Начинаем вторжение! Шла в поисках Зелнага.
Похоже, нас свела судьба. Не будем ее искушать. Освободитесь от Амуна! Отсеките нейронные узы! Нет. Мы не делены с Кхалой. Кем мы станем без Кхалы? Что нас ждет? Свобода. Ложь. Поверь. Изгнали темного обратно в пустоту. Мы обрели свободу. Все благодаря тебе. Я воплощу нашу великую мечту о едином народе. Мы соберем выживших. Отстроим города. Мы отринем старые разногласия и построим новое общество. Вместе мы будем вершить свою судьбу среди звезд. Зелнага. Я буду помнить каждый миг с тобой.
должны идти, Джим. Покончу с этим. Раз и навсегда. Сегодня исполняются 3 года с момента свержения режима Артура Менса. В память об этом император Валериан Менс устроил грандиозное празднование в центре Августграда и возвестил о начале новой эры мира и процветания в Доминионе Тиран. Перед зданием Сената адмирал Мэтью Хорнер вновь заявил о поддержке войсками нового правительства и выразил оптимизм по поводу дальнейших мирных переговоров. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее жизнь будет в твоих руках. Как насчет убраться отсюда, ковбой? Черт, давно пора.